Мне? Что, бунтовать, бунтовщики? Набег на постройку заводской деревеньки месяц назад учинили твоего юрта башкирцы. Земля-то наша, отцы. Молчать! Разломали мост? Мост не ломали, лес не продавали. Кто здесь начальник? Ты здесь начальник или я? Я говорю, ты молчи. Молчим. Молчи. 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 Дай. За дерзкий самовольный набег. Собрать в пользу заводчиков штрафных лошадей 200. Нет, 300. Всех же башкирцев мужеского пола выдрать нещадно плетьми. Старшину первого. Ой-ой-ой. Моя низа! Моя низа! Ой-ой-ой! Ой!
Солнышко, брат, хорошо, а ты помирать собрался. Куда пойдешь? Куда? Айда туда. Тебя туда, а меня сюда. А что не вместе? Вместе вернее. Ты русский, а я башкир. Тебя туда, а меня сюда. Хошь. Двоих поймали. Двоих. Да ведь здоровые.
здоровы. Откуда взялся? В кустах родился. Да ты смело. А смелому и гороху хлебать. Чем достращаешь? В железах ходил, в рудниках рылся. Да. Мне где не жить, все Господа славить. А там избегу. Клейбеной, каторжник беглый. Мокрый забой его, мальчишку башкира, туда же! Пальцы, пальцы. Ладно, ненадолго. Пила. Пила. Твоя пила. Наша. Не хочет работать? Сами заставят, не тонуть же им. Эй, ты! Чего воду не отпивай? Утку устань! Видишь, по колено в воде работаем. Парень! Собаки! Молитву. Они напали на тебя. Кто нападал, получит плети. Кто ты? Твой брат. Такой же башкир, как и ты. У тебя плети? У меня нет. У меня цепи! А ты без цепей. Какой же ты меня брал? Служил свою должность усердным трудом и скоро буду свободен. А я найду другую дорогу к свободе. В цепях не уйдешь далеко. На каждой шлезе найдется сталь. Пила. Пила. Я
твой брат, башкир. Аваха. Батыр Салават! Батыр Салават, батыр. Убежать, а других оставить не дело. Туда. Сюда! Сюда! Поднимай! Давай! Во что Кайло взял? Пригодится. Кого в лоб стукнуть, а кого... Царь для вас добро сделает. А башкирам какое дело?
Врешь, Исаул. У нашего государя пасынков нету. Все дети родные. Наши люди так говорят. Отец всем детям одну волю давал. Который сын не родной, две воли давал. Одна воля — голый гуляй. Другая воля — гуляй без рубахи. Какую ж волю башкиры хотят? Наши люди, так говорят, землю заводчикам не давать. Лес рубить не давать. Лошадей штрафных не давать. Начальников, которые народ обижают, прогнать надо. Башку начальникам рубить. Башкирам больно жить надо. Как рыбы в воде плавают, как зверь в лесу ходит, как птица в небе. Вот что надо нашему народу. Песня летит, летит, на землю прилетела, земля стала белой, кругом все белое, тут черное. Отчего ж у тебя тут черное? На сердце у меня черно, черная жизнь башкирского народа. Эх, взять бы крылья, да полететь. Белое, совсем белое царство. Ладно, иди в избу. Спать пора. А если не пойду, что будет? А вот что. Что? Забоялся? Русских девок ты чай не видал? А ладно. А как русские? Пусти. Не пущу. Лови! Лови! Пусти. Не пущу. Пусти, медведь. Медведь девку не пускает. Вставай, вставай, сударь, в дорогу пора, светает. Светает. Ну, знать пора со двора. Слышь, гостей своих не взбуди. Жена чай у тебя есть? Невеста есть. Ксанка. 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 Не плачь. Поедем в нашу деревню. Ты женой у меня будешь. Не, что можно. Башкирец. Я тебя до Рысьего лога провожу, а там ты и сам доберешься. А. Батька. Да
даже стариков-то созовешь. На неделе. Такие дела с опаской творят. Затяни-ка супой, ваше величество. Не оставлю твоей заслуги, Перфирию. А время придет и награжу. Лапуше скажи, чтобы он свою ватагу разослал на Волгу, на Яик, башкирцы, киргизам. Буча. Пусть весть в народе разносит. А башкирец правду молвит, худо им жить. Ох, худо. Ну что ж, Исаул, значит опять врозь, как тогда. Ты башкирец, а я русский. Тебе туда, а мне сюда. Ну ладно, ладно, Афанас Иван. Ты свой народ поднимать будешь. Я свой народ. Ты по прямой дороге пойдешь. Я по прямой дороге. А на прямой дороге встреча будет. Так. Значит, на прямой дороге встреча будет. Ага. Лошадей. Совсем народ налогами разорим. Ай-хай. Не дашь лошади, сами не зовут работать. Такой закон. И людей не дадим. Как смело кричит народ. Смелых возьмут на завод, смирнее станут. Рабство к заводу не пойдем. Пусть богачи сами поработают. Вот народ. Всем забыл, что мой хлеб ест. Так нельзя. Так нельзя говорить. Что делать? Закон есть закон. Скоро, скоро пойдут другие законы. Никто не смеет разорять свободный башкирский народ. Ому башкурстанам! Омотай! Скоро пойдут другие законы. Охрен. Нельзя такие слова говорить. Постой, постой, отец. Рассказывай, рассказывай, Салават. Говори, говори, Салават. Не слушай старшину. Говори. Отколь взял? Ну? Где взял? В кабаке кто-то сунул. Ну, бес его знает, что за листы. Ну, говори, чего тут написано? Да я, слава тебе, Господи, и русской грамоты-то не ведаю. А татарскую как мне знать-то? Не ведаешь. Не ведаю. Не ведаешь. Баринок, милый. Отколь молодец? Из шайтан кудинской юрты. Салават Юлаев. Начальник
спрятала это письмо. Зачем прячешь? Это письма подымут народ. Народ. Поднимут народ. На мулу. На старшин. Научат народ грабить баев. Башкири! Слушай меня! Русские купцы! Дворяне! Чиновники! Как волки грабили нас! Как говоришь? Хорошо говоришь. Пришла пора перебить этих волков. И мы будем свободны. Хорошо говоришь. Верные слова. Эти слова сказал царь. А волки хотели скрыть от вас царские слова. Перебить волков! Перебить! Баир Батыр убил главного волка. Отнял у него письмо и спрятал на своей груди. Тише. А честь вам? Ой, слова, комсарские слова. Что царь башкирцам хочет давать? Давай. Будем стоять, а в ту пору, чиха ты, все хозяйство на дым пойдет. Наше казачье! Сказал.
голосовали за дело казачье, а стоим за собачье. Всю Россию под себя подмять хочет. Крылышки пора орлу обрубить. Ох, пора. Подавай, скорей проезжай. Куда? Куда едете? И за Карасову дорогу! Люди! Закрой окно. Зачем пожаловали? К тебе, Ваше Величество. Военная коллегия. Давай говори, говори, Иван Твердович. Мнетесь чего? Ладно, я скажу. Города не взять, а хлопуша, сам знаешь, на заводах разбить. Стало пушек не будет. А тут зимовать голодно. Да. Решили, военное вашего величества коллегия, пора идти зимовать на Ильицкой городок. А я и кубниц. Машкинцев царица на нас посылает. Спугались? Эх вы! Вояки. А Михельсона кто проспал? Кто войско в город пустил? Якимка? Повесь Якимку. Она, смотри, это ты всех перевешаешь. Мы тебя на горбах носили, а ты чваешься? Чем ты был? Рубахи повесь не было. Сожрался. Что тебе надо? Сладко кушай, мягко спи. Врешь ты! Вижу, к чему подбиваете. Бросить народ на расправу дворянам, а самим на яек бежать. К бабам на печку. Все себе, все за пазуху. Живоглоты, воры. Ну, потише ты. Ваше Величество, присягу Петру давали, не Емельяну. Вон оно что. Так я к народу обращусь. Народ меня Емельяну примет. Я жим. Народ не даст. Нами Киселен, а не сволочью крепостной. Кто ты без нас? Фу, беглый каторжник. Молчи, собака! Якимка, веревку! Семейку вязать! Пугача! Давай, Якимку повесить. А время придет, укажу и на яйки идти. Пущать не велено. Зачем не велено?
Как не велено? Своих знать надо. Не велено. Ухлимы больно. Афанасий Иванович. Салават. Ну что ж, Батыр, значит, встреча на прямой дороге. На прямой дороге, Афанасий Иванович. Идем к самому. А, здорово, Афанасий. Здорово, Петр Федорович. А мне сказали, ты пропал. 500 мужиков заводских тебе привел. И пушек новых 7 штук отлили. Да Салават Батыр 2000 конных башкирцев тебе привел. 2000? Набрехались собаки. Стало быть, верят башкирцы, что я царь точный. Ваше Величество, Емельян Иванович Пугач-то. Нет, не то. Пугач не царь, Петр царь. Нам твой пашпорт не надо. Нам человека надо. Нынче привел 2000 башкирцев. Завтра домой пойду, 100 000 народу поднять можно. Сказывал, больше от рук нельзя работать. А я сказывал, можно. Так это на хозяина нельзя, на себя можно, а? Начальника мне. Кто начальник у вас? Полковник, башкирец. Там он. Давай башкирец сюда. Ты начальник? Да. От государя. Приказал государь по всем заводам рабочих поднять. Из Петербурга войско на нас идет. Войско? Ты? Ты? Я? Не в час ты мне встретился. Убил бы тебя за позор. Какой позор? Я тебя принимал. Хлеб солью кормил, а ты мне девку с ребенком бросил. Ребенок? Постой, постой. Ну, что надо? Где? Ксанка. Уйди. Зачем? Зачем уйти? Скажи, пожалуйста, одно слово. Мальчик или девка?
мальчишка. И рожей в тебя. Слушай. Что еще? Дедушка. Фу. Мальчик. Полковник. А ну-ка, переведи башкир поближе. Нужное время атаковать, скажу. Я приказал занять новый мост. Проспали? Наша знатная. Тут господин Михельсон и шею себе сломает. Пока они не закрепились там, немедленно атаковать! Драгуны, пусть заняли!
головой от царицы откупится. Разбейте войско! Уходить надо! Врешь! Коня мне! Сам поведу! Куда ты? Надежа? Голову спасать надо! Пусти! Уходить надо! Эй, полковник! Скачи скорей! Спасай свою голову! Зачем спасать? Я пропал! Мало пропал! Он пропал! Все пропал! Иди скорее! Иди! Мы их держать будем! Береги войско, Салават! Наше дело не пропало! Там,
Наши люди. Начальника нет. Как воевать без начальника? Колик, миленький. Ну какой? Какой ты начальник? В кровище ведь. Давай, сам. Саблю давай. Ну, посиди. Я сама пойду посмотрю, чего там. Иди, пожалуй. Скоро гляди. Санка! Уговорил. Я от Салаватки людей увел. Я а хочешь быть старшиной? Поймай Салаватку. Поймаешь, медаль получишь. Будет. Будет. Ну расскажи, как же это будет? Моя сестра Салаватки невеста. Я такое хитрое дело придумал. Поймаю, поймаю. Я тебе ярлык привез. Ярлык? Какой ярлык? Что ты не бунтуешь больше. Я? Когда бунтовал? Салаватка, кто скрывал, кто прятал Салаватку. Теперь конец Салаватку, и пугать в тюрьму попал. Кто там? Овечка, сына кушали. Ну, прощай, бабай. Да, прощай, Бухарин, прощай. Пугать пропал, а? Коня. Хочешь? Надо. Он врет, что Пугас пропал. Я подыму весь народ. Пугач не пропал. Бабай, если
я погибну. Расскажи ему про отца. Пусть вырастет настоящим башкиром. Арума, сестра! Ару! Сестра! Чего ты? Слышала? Салават приехал. Где? Пойди, найди. Где? Где Баир? Обрадовалась. Нужна ты ему. У него теперь русские бабы есть. Врешь. И сын есть. Сын? Врешь! Ай, врешь! Я вру. Бухаир врет, что Салават женился на дочери Пугача. Вру. Что у них сын родился, тоже вру. Что у них сын у бабая на пасеке. Ай, Бухаир врет. Все врет. Хош. Постой! Постой! Чей это сын? Салавата сын. Сам не знаю. Какой-то человек привез, бросил. А сам? Сам на лошади ускакал. Куда девать такого молодого человека? У нас коза есть. Молоко напою. Ой, молоко любит молоко. Бабай, ой, любит. Мне жених Салават. Скажи мне, где он? Где он? Нельзя. Скажешь? Не скажешь, тогда я побегу к солдатам. Буду кричать, тут Салават со своей пугачевой. Погубишь, Салавата, сама погубишь. Гори пещерка, смотреть надо. Ты рад мне, рад своей ласточке. Что же ты не шел ко мне? Жена не пускала. Какая жена? Твоя жена, Пугачиха. Нет больше жены, умерла. А Малай? Малай есть? Малай есть. Ты матери будешь ему. Нет. Не надо нам чужого волчонка. Беги! Вешайся! Давай, Савор! Мамай! Надо. Салавата? Солдаты схватили, увели. Подожди меня здесь. Смотри за сыном. Салават. Салават. Мой Салават. Ходи сюда. Знаешь его? Салават.
Нет. Салават совсем не такой человек. Боится он. Другого человека спрашивай. Убрать. Спроси Ахтамьяна, старика. Салават его сына застрелит. Его спрашивай. Ну, а ты знаешь его? Салават у меня сына убил. Я клятву давал. Встречу Салавата. Своими руками задушу его. Это... Не Салават. Врут. Все врут. Ты... Кого мне привел? Кого мне прислал? Я сам мою сестру послал. Аминя! Аминя, а? Она сама привела солдата. Рюш! Полковник Салават. Секретную. Прощай, Салават. Зачем прощай? Мы еще встретимся на прямой дороге. Будет еще больно жить, башкирский народ.